Здравствуйте, уважаемые участники Golden Time. Я Наталья Жижко, художник, член жюри. И на этом 38-м международном конкурсе Golden Time я проверяла ваши работы. Хочу отметить разнообразие стилей, техник и уровней исполнения. Очень много профессиональных работ. Есть художники начинающие, очень много интересных работ. И это осложнило мой выбор. Но все же мне пришлось это сделать. И сейчас хочу озвучить фамилии художников, чьи работы мне понравились больше всего. Итак, Теофила Сантис. Особо хочу выделить работу Мария Магдалена. Прекрасно переданные эмоции. Сканчинска Анжели. Чудесная профессиональная работа. У вас есть свой почерк, свой стиль. Роман Николайчук. Ваша икона Георгий Победоносец. Великолепно. Браво. Вазардат Минасян. Прекрасный пейзаж. Лариса Максименко. Понравилась ваша работа. Очень мягкий и теплый закат. Вячеслав Максименко. Божественные иконы. Браво. Мишель Вальчева. Интересная, яркая работа. Body art. Александра Фольц. Очень мило. Понравилась ваша работа. София Кузьменко. Очень яркая работа. Детская, теплая. У вас бы неплохо получилось иллюстрировать детские книги. Благодарю всех участников конкурса, желаю всем успехов, удачи, мира вашему дому, мира вашим странам, исполнения желаний, всего хорошего. С любовью и уважением, ваша Наталья Жижко.